также застряла колонна грузовиков. Тогда понадобилась неделя, чтобы освободить людей из снежного плена. К другим темам. Якутск теряет архитектурное лицо. В городе исчезают старинные здания. 30 наиболее ценных образцов деревянного зодчества заменили на каменные копии. С евроремонтом внутри. Новый квартал назвали «Старый город». Оставшиеся деревянные дома часто становятся жертвами пожаров или попадают в список зданий под снос. К примеру, как вековая аптека. Наше городское общество охраны памятников предлагало все-таки сохранить это здание в другом месте, перенести его своими силами. Нам не дали безвозмездно. То есть сказали, либо платите 700 тысяч вот за вот это здание, либо мы его ломаем. Но у нас этих денег нет. Сейчас на территории Якутска сохранилось около сотни исторических зданий. Большинство из них 20 лет как признаны аварийными.